Теперь подробнее об этих и других событиях. Очередной громкий коррупционный скандал в Волгограде. Накануне вечером сотрудники управления по борьбе с экономическими преступлениями областного ГУВД и регионального управления ФСБ задержали заместителя мэра города Игоря Куликова. В отношении него возбуждено уголовное дело. Чиновник, курирующий вопросы ЖКХ, подозревается в получении взяток от подрядных организаций, выполнявших ремонтные работы. Пока в правоохранительных органах отказываются от каких-либо комментариев по поводу задержания вице-мэра и обещают сообщить подробную информацию после того, как 7 июля Игорю Куликову будет избрана мера пресечения. По информации официального сайта областного ГУВД, вице-мэр вместе с посредником были задержаны в момент передачи взятки в размере 400 тысяч рублей от одной из подрядных организаций, выполнявших ремонтные работы коммунальных сетей в центральном районе Волгограда. По данным следствия, в областном центре могла существовать целая коррупционная схема при распределении подрядов на реконструкцию теплотрасс и подписании актов выполненных работ. По месту жительства и работы вице-мэра проведены обыски, изъяты бухгалтерские документы, компьютеры, носители информации. Сам же подозреваемый пока находится в изоляторе временного содержания.